После того, как Кришна дал им понять, что он шутил, они начали Раса-лилу.
Но во время Расалилы неожиданно Кришна скрылся от всех. В 31 глава 10 песни прозвучала третья из гит Гопи Гита. So this Gopi Gita Bhav is higher than Pranay Gita and Venu Gita. Why? Because the separation which is felt after meeting with Krishna is the much more intense than the separation of Govardhan before meeting intimately with Krishna and Rasa. Эмоции любви Гопи Гиты гораздо более насыщенные, чем эмоции Вену Гиты и также Пранай Гиты, потому что эмоции, которые испытываются в разлуке после того, как уже была встреча, союз, общение, гораздо более, эта разлука переносится гораздо более болезненно. Was not complete because in that stage all Braj Gopis were not recognizing the supreme position of Srimati Radhika, and that was corrected by Sri Krishna's disappearance. Because they saw the superior quality of her love and her separation at that time. И тоже одна из причин, по которой Кришна скрылся, то, что он хотел дать всем гопи понять превосходство, превосходное положение Шримати Радики среди них всех, потому что когда изначально Расалила началась, не все полностью осознавали превосходство Шримати Радики и не выказывали должного уважения к ней. После исчезновения Кришны, когда все увидели размах ее эмоций в разлуке с ним, все поняли, как нужно относиться к Шримати Радике. So, then when Krishna reappeared in the Rasalila, then the perfection, supreme perfection of the Rasa was manifested. После того, как Кришна вернулся к Гопи, того, как они настрадались в разлуке, то тогда уже произошел всплеск Расы. But at the end of that night of Lord Brahma, но когда эта ночь Господа Брахмы подошла к концу, наконец-то, after experiencing the highest nectar of loving pastimes with Sri Krishna, then Sri Krishna had to return to Nandagam and Braj Gopis on their own. После того, как гопи вкушали вот этот сладчайший нектар интимного общения со Шри Кришной и проводили Расалилу с ним, наступило время всем вернуться по домам. Кришна вернулся в Нандагаун, а гопи разошлись по своим домам. That is chapter 33. Это 33 глава. So, then Shukadeva Goswami says, Eivamsasastankar virahitol rataha, that in this very way that Sri Krishna performed Rasalila, described here, then after that, Krishna was meeting every night and performing Rasalila. Shukadeva Goswami дает понять, что таким же образом, как Кришна встретился и провел эту долгую ночь с Раджа Гопи, после этой ночи он встречался с ними каждую ночь подобным образом. So it's understood that at that stage in their life, Braj Gopis praying divided itself into two parts, the very intense Sambhog and very intense Viparanga. И поэтому после этого у Браджа Гопи начались очень интенсивные эмоции, потому что постоянно их зашкаливало то вот этими эмоциями насыщенной встречи с Кришной, а потом ужасными эмоциями разлуки в течение дня. That means that during in the cooling rays of the moon at night, gopis experience the nectar of meeting with Krishna in Rasalila every night, and during the hot rays of the sun during the day, they felt more intense separation. Под прохладными лунными лучами по ночам гопи наслаждались сладчайшими встречами со Шри Кришной, а днем они горели под палящими лучами солнца чувство разлуки с ним. Джива Госвамипад объясняет, что нужно знать, что когда гопи находятся на пике чувств интенсивной разлуки, в этот момент они внутренне встречаются с Кришной. Sometimes that spurti of Krishna will disappear. Иногда это спурти, внутреннее видение исчезает. And then they have a doubt. Was that really Krishna or not? И они начинают, гопи начинают сомневаться, это был Кришна или нет. And this confusion of their brain became so deep. И вот это заблуждение уже как помешательство трансцендентное стало настолько интенсивным. That just as when the gopis met with Krishna in their separation during the day, but then
мнение по поводу их встреч с Кришной, которые проходили в форме Спурти днем, то они уже стали сомневаться в реальности их ночных встреч с Кришной. Они уже не верили, что это по-настоящему они видят его. So this very extreme and extraordinary state of loving separation is expressed here in chapter 35, that is Yuga Gita. И вот эти интенсивные эмоции Браджакопи описаны в этой 35 главе в форме Югала-гиты. So, what was the solution? И какое было решение вот этой ситуации? Как было возможно решить эту ситуацию, что же случилось? Шакадева Госвами, Расик, повествователь Лил Господа, он рассказывает Лилы в последовательности специальной краме. So the next chapter after this, chapter 36, is the Arastasurbhad, the killing of Arastasurbhad. И 36 глава – это описание убийства Арастасуры. So the disappearance of Arastasura actually indicates the appearance of that вот это уничтожение, исчезновение Арастасуры, оно совпадает как раз с явлением Радха-кунды. Потому что после убийства Арастасуры Радика капризно сказала Кришне: «Не смей касаться моего тела, ты осквернен. Ты должен очиститься сначала, совершить праяшчиту, искупить свою вину за убийство быка». И в результате потом Кришна создал Радха-кунду, а Радика, чтобы конкурировать с ним, чтобы не отставать, создала Шьяма-кунду. So the answer to the problem of the intense separation in this chapter, Yuga-gita, comes in the next chapter, Arastasurbhad. И вот эта развязка вот этой насыщенной, такой интенсивной ситуации, которая начала складываться из-за того, что гопи не справлялись со своими эмоциями и разлукой, вот это произошло в лиле убийства Арастасуры и появления Радха-кунды Шьяма-кунды. So what was that answer? Что это был за ответ? If the gopis in the night time enjoy the happiness of meeting with Krishna, but then this is also causing the separation that they feel in the daytime to become more intense, then the only answer is to do Rasa in the daytime also. То есть Кришна решил, что помочь гопи не мучиться, потому что вот эти их яркие, насыщенные встречи ночные создавали, усиливали их чувство разлуки днем. Он решил, тогда надо проводить Расалилу и ночью, и днем. So in the sequence of the Prakatila, then just after this there is the manifestation of Radhakun, and so now it becomes the pastimes become Rasalila at night, and the also Ras in the Ladyanikila at Radhakun. Поэтому была создана вот эта возможность встреч на Радха-кунде и Мадьяник Расалилы. И вот это... Так лилы и происходят в нитя лилах, аштакаля лилах они есть, но вот это проявилось в нитя стити, то есть вот эта лила проявилась уже в прокат лиле. Просто хотел донести до вас контекст вот этой Югал-гиты, чтобы вы понимали все это в контексте последовательности лил. Сгораю от нетерпения услышать Югал-гиту из уст нашего любимейшего Шри Ачюта Валбатаджи Махараджа. Jai 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 Jai
सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलरत्नम् वाग्मयमन्त्रं जगत्देवमि विश्वसर्गसर्गाणि नवलक्षं लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परमहंसं नमामि। Кришна обладает четырьмя мадури, уникальными сладостями, которые не присутствуют ни в каких других ипостасях или экспансиях Кришны. Говинда обладает четырьмя уникальными мадури. Первый из них – лила мадури. Сладость его лил. Према мадури. Сладость любви. Рупа мадури. Сладость красоты Шри Кришны, его облика. Парикар-мадури. Сладость. Ни у кого нет таких сладких преданных, как у Кришны, таких парикаров. Лила, то есть парикара относится к сладости
Лила, то есть Лила Мадури, Према Мадури, Вена Мадури, Рупа Мадури. Шри Прэджан Прабху сейчас объяснил Према Мадури Шимати Радхи. В вступлении Шри Прем Праджан Прабху очень красиво и очень досконально изложил вот эту расу, содержание эмоций гопи, как она выражена в этих пяти лилах. Он великий садак и великий ученый, поэтому он блестящим образом это все вам объяснил. Вену и Йога Гиты, обе эти гиты описывают сладость флейты Кришны. Но настроение совершенно другое. В 21 главе Вена Гити Гопи выражает такое настроение, как такой, ну как зависть по отношению ко всем, хорошей зависти, в смысле считаю, что все превосходят нас, все удачливее нас. Гопи восхищаются удачей всех остальных, у кого есть возможность слушать флейту Кришны, общаться с ним тесно, видеться с ним. Они завидуют им, говорят, какие они удачливые, у нас такой возможности нет. In Bengali, in 21st chapter, gopis are saying that this Venu is very fortunate that she can bring the nectar of the lips of Shri Krishna, but we are not getting such the opportunity. Вена Гити Гопи говорит, какая удача твоя флейта, непрестанно пьет нектар уст Кришны, у нас такой возможности нет. In this day, the moon is to glorify the other things and just showing the repentance and showing that the sorrow that we are not getting such type of opportunity. Настроение, как они переживают по поводу собственной неудачи и восхищаются удачей всех тех, у кого есть возможность так соприкасаться с Кришной. То есть жалостливое такое настроение. Но хотя тема обсуждения Югалгиты та же самая, сладость флейты, но настроение уже совершенно другое. То есть гопи уже как-то осмелели, они думают, почему всем можно, а нам нельзя. Мы тоже можем описывать это. То есть в Венаге
узнают себя и говорят, почему все вот так вкушают эту сладость, а мы не можем. Этот хлеб это превосходит нас по удаче. И Вриндаван весь такой удачливый, потому что он созерцает сладчайшие лилы Кришны и участвует в них. То есть мы тут сидим, заливаемся слезами, а павлины радостно танцуют. Даже олениги, которые являются просто глупыми животными, они служат Кришне, а у нас нет такой возможности служить Ему. Но в Югалгите настроение уже другое. Гопи уже говорят, так, если оленихи служат Кришне, то кто и мы будем служить? Почему мы должны воздерживаться от этого служения? Все открыто восхищаются радостью Кришны, а почему мы стоим в сторонке? Нам надо тоже присоединиться ко всем. То есть уже наблюдается иное настроение. Уже упомянул, Пьяногита описывает состояние ранней влюбленности, Пурвараги, еще до того, как гопи могли встретиться с Кришной. А Югалгита уже выражает очень насыщенные, зрелые эмоции любви, после того, как гопи очень долго, близко общались с Кришной. Очень стеснительно ее набить и очень переживали, жалели себя. Сейчас они уже думают, мы тоже имеем право на общение с Кришной, потому что это Веда, это вообще там никто, а мы соседки его и друзья с долгих времен, поэтому мы тоже должны участвовать в этом. Это по отношению к коровам, там коров с Кришной это как вацалья раса, это у нас мадурья раса, которая гораздо важнее. Обычно нужно знать, что как правило вацалья раса и шинга раса они враждуют, они взаимоисключимы. Они враги. They are ambassadors. They cannot be
Да. Могу раз пошлинать. То есть шлинга раз они неуместно при присутствии в отцале раз. Они... And this causa the anders of the Bhagavata Vasudas. Да. Как вы думали, вот эти коровы, которые как родители, как матери относятся к Кришне в Ацале Расе, они все время с ним много времени проводят, а мы, его возлюбленные, мы даже не можем к нему подступиться. То есть гоби теперь уже такие становятся более смелые, думают, это животное, и вообще у них родительская любовь к Кришне, и вот они ему все время служат. А мы его возлюбленные как-то стесняемся. Нам тоже надо смело идти вперед и служить ему. То есть смотрите, какой контраст настроения. Ведагити гопи описывает птиц Вриндавана, это как великие мудрецы, которые поклоняются Кришне, как Браме. Они в пассивном восхищении, они в Шантарасе находятся. А у нас очень интимное отношение с Кришной. И Шанта тоже, Шанта Раса является врагом Мадури Расы, то есть они тоже никак не совместимы. Шантараса — это полное отречение, отстранение от объекта, к которому привязан. А романтической любви все наоборот. Это все зиждется на привязанности к объекту любви. Командической любовью. Они смело, постоянно поют о славе Кришны, произносят его имена, а мы, будучи его
избранницами, его возлюбленными, мы боимся произнести его имя среди родственников, рядом с мужем или на, при людях. Just see this reverse Shriganna. Those are these rivers of Shriganna. That is three rivers of Akhisha. Shriganna, Mahasiganna and the Saraswati. That is in Parasurva. So these three rivers are very much in in Shriganna. Реками, водоемами в Раджа. Они говорят, ну посмотрите, как эти реки и водоемы, будучи всего лишь водой, они не живые, и они так усердно служат Кришне, потому что в Раджи проявлена и Ямуна, Сарасвати, Манаси Ганга, и также все-все водоемы, святые тирхи всей Индии, и Ганготри, там Ямунотри, Мансаровар, то есть все водоемы тут. Они говорят, вот они просто вода, и они ухаживают за Кришной, а мы девушки, его возлюбленные, и мы боимся подступиться к нему. Гораздо более смело. Они говорят, вот если эти водоемы служат ему и так открыто общаются с ним, то и мы будем с ним общаться. А если будут наводить на нас всякие подозрения, задаваться вопросы, мы скажем, знаете что, все любят Кришну, все ему служат, все с ним общаются. И мы тоже вместе со всеми ему служим. Close.
21 главе гопи восхищаются тучами. Говорят, они так похожи с Кришной, они друзья, потому что они цвета шьям, и Кришна цвета шьям. Они озарены вспышками молнии, а Кришна носит питамбару, свою золотую накидку. На Кришне ванамала, гирлянда из 5 разноцветных цветов, а тучи украшены радугой. То есть они очень похожи, даже павлины радуются, когда они видят Кришну. И при громе, раскатах грома туч, павлины тоже радостно танцуют. Люди, друзья, перенимают характер друг друга, манеры, внешний облик, начинают становиться похожими друг на друга, и нам кажется, что Кришна и Туча — это самые одни, близко дружат. И они всегда помогают Кришне во всем, потому что оказывают ему поддержку, потому что они его друзья. Yeah.
говорили, верно видел, просто посмотрите, как эти девочки, аборигенки, неприкасаемые вообще, которые живут в джунглях, как они, собрав кумкуму с травы, по которой проходил Кришна, умастили свое тело этой кумкумой и тут же исцелились от этого сильного прилива страсти, который они испытывали при виде его. Они могут так поступать. Этих охотников, они могут так вступать в контакт, то есть они собрали эту кумкуму, умастили свои тела, а мы из одной касты с Кришной, мы его соседки, мы его друзья с самого детства, мы его возлюбленные, и мы не смеем так общаться с ним. So here, the mood is quite changed, and they are saying that even a untouchable Kulundi, and the general hunter wife, she is getting this opportunity. Then let us also get this opportunity. We should also utilize this opportunity. And let us go to Shri Krishna. Nobody can question us. Then why are we going? Теперь уже опять настроение сменилось. Они думают, если эти пулинди, аборигенки, жены охотников идут к Кришне, то что останавливает нас? Никто не посмеет нас остановить, мы тоже пойдем и будем с ним общаться. Гопи восхищаются Говарданом, Хантая Атри. Они говорят, как удачлив Говардан. Кришна отправляется вместе с пастушками, коровами и ходит по его склонам, и он всячески служит ему, предлагает ему парафиналии, он может угодить ему. Приветствовать гостя очень радостно, говорит, добро пожаловать, иди рач пением птиц и чириканьем приветствует Кришну, слагатам, слагатам, добро пожаловать, Кришна. Гостю положено предложить сесть, и Гирирач предлагает Кришне такую ратна симхасану, то есть возвышение, на которое Кришна может присесть и отдохнуть. Also giving the party to Shri Krishna, the
предлагают воду, чтобы помыть стопы, достопочтенной личности, то Кивирач предлагает Кришне тоже помыть его стопы ручьями, которые истекают с него, водопадами, в водах, в которых уже плывут бутоны манджари, туласи, пыльца с цветов и деревьев и травка куш. I said that word. In the same way, the Ajnani is also offered to Shri Krishna and Govind in this offering. Ajnani, that means to speak, he is giving the water. That is Ajnani, to speak. So that water is also with Juhi, Lavang, Mandika and other persons. That means so many flowers and the fragrance of those flowers is mixed. And it is a very beautiful and very friendly food water to just wash his mouth and speak. И затем Говардан предлагает Ачаман Кришне сполоснуть рот такой освежающей водой, в которой смешаны ароматы разных джухи, там разных видов жасминов, как их ароматные масла, и это очень приятная на вкус вода, и Кришна может сполоснуть рот и выплюнуть это. Sometimes Govardhan offers the panchamrit to Shri Krishna. As cows are there and there, the milk is shedding from their tits. So it is milk. And some milk is just stored in the mouth of the stone. The natural stone. Natural mouth of the stone, the tree, the cavity that is in the stone, and there some milk is stored, and it became turned into the earth, and there is also ghee. The upper layer is just ghee, and mercury is also, the honey is also coming from the brick. Or trees. And the sugar canes are also there, and they are also giving the sugar in this way. Five things, five members of the Punjab are presented by Govardhan. Предлагает Кришне панчамриту. То есть так как там пасутся коровы, то из их вымени течет молоко. А в таких углублениях, в скалах и в камнях есть как такие, как чаши. И когда молоко стекает и наполняет эти чаши, со временем оно начинает окисляться и бродить и превращается в йогурт. А также там есть слой ги на поверхности этого йогурта. А также сот на деревьях падают капли меда. И там растет сахарный трансник, который предлагает сахар. То есть пять вот этих сладких, пять амрит. Также Говардан предлагает Кришне возможность омыться. Кришна начинает купаться в озерах, расположенных на Говардане. Иногда он Бастру предлагает одежду в форме коры деревьев. Кришна обматывает этой корой деревьев, мягкой корой, такой как накидкой. Their feet
push of the upper. And sometimes it is binding. So it is do. Также Гирирадж предлагает ту благовоние Кришне, когда коровы бегут по камням, их копыта бьет так сильно, что появляется искра, искра попадает на кустарник, на растущий агарву, на агуру, на ун, и он начинает дубиться, и получается такое благовоние для Кришны. То есть получается, корова быстро мчится, копытом отбивает один камень, он падает, ударяется о другой камень, появляется искра, падает на кустарник агуру, и тот начинает дымиться, и вот вам благовоние. In the same way, the light of sun or moon is coming from the gates of the leaves of a tree. And why it is coming down, then it is just like that. И когда солнечный или лунный свет пробивается через листики, через крону дерева, то это как подношение лампадки Кришне. Кришна получает наивидья от Говардана, потому что он угощает очень вкусными фруктами. Как лампадка, это солнечные лучи, проникающие сквозь крону дерева и двигающиеся. Это арати Кришны. Кришна сидит под деревом, и цветы начинают осыпаться на него. Это пушпанджали, подношение цветов ему. And in the same way, Krishna is sitting there and the people are dancing. And in this way, Govardhana is dancing in the form of peacocks. И Говардан танцует для Кришны в форме павлина. So Nitya and the salute that is also being offered, being completed by various То есть за действие всяких зверьков и всяких птиц Гирирадж приветствует Кришну и служит ему, танцует для него, поет для него. А в своих пещерах Гирирадж всегда заготавливает кровати для Кришны, чтобы он мог отдохнуть там. And sometimes the branches of a tree is also moving, and in this way the chamar is also and breathing is also offered to Shri Krishna. И Гирирадж опахивает Кришну как чамарой, используя ветер, дующий на ветви деревьев, которые начинают колыхаться на ветру и опахивать Кришну. So, Hantai Matimata Hadasvaro in this way, this water is Hadasvaro and he is offering the everything to Shri Krishna. И вот таким образом гопи восхищались удачей Гирираджи, как он замечательно служит Кришне. So, how fortunate is Shri water and we are in the complete, we are quite unfortunate. We гопи
восхищались удачей и служением Гирираджа и сетовали по поводу собственной неудачи, что они так служить Кришне не могут и даже боятся произнести его имя вслух перед так называемыми мужьями или среди родственников перед отцом. Уже к моменту произнесения Юга-Гиты любовь Гопи стала настолько интенсивной, что им уже все равно. Они говорят, и Гирирадж даже служит Кришне, поэтому мы тоже пойдем и будем служить ему. То есть, и когда Кришна уходит туда и играет на флейте, приводит с собой коров и пастушков, то при звуке его флейты подвижные живые существа перестают двигаться, они замирают на месте, они подвижные начинают двигаться, плавиться. So the same mood, the mood is quite changed here. And the subject matter is the same. But they are describing in other mood. То есть вот этот контекст, нужно понимать, что тема обсуждения осталась такая же, как в Венугите, а настроение совершенно поменялось, отношение ко всему происходящему. And they are showing their experience. What they are saying? They are saying that while we hear the sweetness of Гопи уже хотят непосредственно общаться с Кришной, испытать то, о чем рассказывают им подруги. Они хотят отправиться на берег Ямуны. По совету Асаки, которая говорит другой Гопи, ты тут не оставайся. Because here, in Medicia, place is fruit. Тут некто играет на своей флейте. And if you will listen that sound of that flute, you cannot stay here and you will be prevented. And you will forget everything. So, this is a very dangerous place. Don't stay here. Одна Саки говорит другой, подруга, будь осторожна, ты сейчас оказалась в очень опасном месте, на котором некто играет на своей флейте. И как только ты услышишь звук этой флейты, он настолько пленит тебя, что ты обо всем позабудешь, сойдешь с ума и уже не сможешь жить, как раньше. Поэтому я тебе советую, беги отсюда, пока не поздно. Когда меня так предостерегала другие саки, я настояла на своем, решила остаться. Where our teacher is going on.
И когда мы не послушались такого совета и остались стоять у Амона, и Кришна заиграл на флейте, то как только мы услышали этот чарующий звук, мы тут же потеряли сознание, отмерли на месте, и даже Амона перестала течь. То есть этот эффект он оказывает на все осознанные живые существа и неподвижные живые существа. Кажется, что в древности он начинает подозревать о том, что вот тот царь, который жил в древности, царь Вена. И этот царь был таким ужасным, что он повелел уставом всем подданным совершать греховные поступки и не делать ничего достойного. И от этого оскорбления, за такое поведение он был наказан тем, что смертью. Браманы избавились от него. Подозреваем, что этот царь Вена перевоплотился и стал Вену Кришны. Он немножко изменил свое имя, так? Часто бывает, если человек опорочен обществом или он потерял репутацию, то он меняет имя. Имя, фамилию, там, чтобы уже не знали о нем. So, и вот этот Вена изменил имя, чтобы оставаться неузнанным, и стал Вену. So, Вен добавил вот этот укар, это как вуаль, который он скрывает вот этим изменением, а как вуалью скрывает свое лицо от всех. Имя-то он поменял, а вот характер остался прежним, как и раньше он всем говорил, что адхарма — это настоящая дхарма, вот и теперь он продолжает вот эту агитацию свою среди нас уже. Влияет на нас, то есть мы осознанные, и мы становимся джат. А деревья, которые джат, они оживают, потому что вот эти капли меда, которые капают с них, это капли их пота, они приходят в такое возбужденное состояние от звука этой флейты. То есть вот опять-таки подчеркивается смена настроения, что раньше копи были
Кришна оказывает такое влияние на всех. Все попадают под его чары. Но никто не скрывает своего состояния, а нам приходится скрывать свои ощущения ото всех. Но сейчас уже настроение их изменилось, и в Югалгите они говорят, что мы будем прятаться. Уже целая толпа бежит служить ему, мы просто вслед за этой толпой пристроимся. И если будут допрашивать, скажем, ну, знаете, тут все служат ему, поэтому не надо к нам придираться. So, they are showing in the different mood. They are not worshiping. То есть уже изменилось настроение и прибавилось смелости у гопи. В том, как они хотят выражать свою любовь к Кришне. So that's the intensity of their love is so high that they're not caring that who will criticize us. Вот эта смелость проявилась как результат того, что любовь стала настолько насыщенной, им уже все равно, кто их будет критиковать, порицать, ругать. So actually they are describing the beauty and gestures of Shri Krishna, the passions of Shri Krishna. Они описывают красоту Шри Кришны. Нам надо придираться и нам не давать ему служить. Это не мы виноваты. Это такое влияние он оказывает на всех. Какое влияние звук флейты Кришны оказывает на всех окружающих, живые и неживые, на людей, на животных, на птиц и неживые объекты. Югал это пара. Completing
сложные предложения, такие, в котором гопи каждая эта мысль выражает это описание сладости Кришны, и во второй строке влияние, которое эта сладость оказывает на других. So in this day, this is a day of the chanda. And that chanda is something that из двух слов, то есть это размер литературный, чанда, метр. So in this day, this two meters, the pair of 2 meters is called yugalgi. И каждое из этих двух предложений называется югал, то есть пара. И вот эта песня, состоящая из таких пар. In Vita Shastra, in the Shastra of Vitas, Vita Shastra, that if a sentence is completed in one verse, then it is called mukta. То есть есть пособие по литературным, то по литературе по размеру стихотворений сказано, что если мысль закончена, озвучена в одной строке, это мукта. In mukta, every verse is complete. То есть как? То есть каждое предложение, оно полноценно, то есть выражает полную мысль и создает расу. Мысль, выраженная полноценно одним предложением. Есть два вида поэзии. Прабанда и мукта — два вида литературы, поэзии. Прабанда — это проза. Раса происходит как результат взаимосвязи между описаниями прошлых событий и настоящих и переходом в будущем. То есть раса возникает в процессе описания. Я приведу пример. Раба подошел к горе. То есть в этом предложении нет никакой расы. Раба пошел и подошел к горе. То есть описывается какое-то действие. Ничего удивительного в этом предложении нет. Не вызывает никакое состояние удивления. Ничего удивительного, никаких удивительных чувств это предложение не вызывает в сердце. Просто повествование, описание какого-то действия. It is full of narration. If this
ничего не стоит вынуто из контекста повествования, но если бы мы знали прошлые события и услышали в контексте, то, может быть, произошло вот это чаматкар, такое состояние удивления. А так, само по себе, оно ничем не выдающееся. Пропанда это? Мукта. А, мукта через К. Окей. Значит, мукта через К – это когда одной строфой выражается полноценная мысль и приносит состояние удивления, ощущения расы. А пропанда – это когда это осознание расы приходит в процессе слушания всего повествования, то есть хода событий. Расой, а пропанда – это произведение, в ходе чтения которого появляется ощущение расы. Но все равно они делятся на 5 размеров поэтических метров. Такая независимая мысль, выражена одним предложением, которое насыщено расой. Также может быть 4 строфы.
это четыре строки, это предложение, состоящее из четырех строк. Это канапа. Это предложение, состоящее из пяти или более строк. Кул — это кулак. Кулак. Это предложение. Пять пальцев, помните. Кулак. Кулак иногда может состоять существительное может быть в первой строке, а сказуемое там в 24-й. Ну тогда это такой мега-кулак уже вычурный. Часто люди думают, что югалы, как югалы кеша, что думают, югалы — это тара Радха и Кришна, и что гита называется югал гита, что это Радха и Кришна. Но это просто поэтический размер. Поэтому югал тут не относится к божественной чите этой паре. Тут просто это размер поэтический, поэтому так называется песня, потому что она так написана. То есть это филологический термин такой, что вот эти мысли выражаются парами строк. И 12 пар. То есть 24 строки. То есть сначала идет вступление, а потом 12 пар.
завершение подытожим то, что мы услышали сегодня, контекст этой Югал-Гиты, того, что внешней темой Югал-Гита очень похожа на Вена-Гиту, но Вена-Гита выражает эмоции Пурва-Раги, очень еще неуверенной юной влюбленности, ранних этапов влюбленности в Раджа-Гопи. А Югал-Гита уже выражает очень зрелые, интенсивные эмоции к любви. И также особенность Югал-Гиты, что она состоит из этих 12 пар строк. И также особенность в том, что первая строка каждой пары описывает Кришну, его сладость, его красоту, а вторая строка описывает то удивительное влияние, которое его сладость оказывает на всех окружающих. То есть тут прославлен и Бхагаван, и Бхакта, то есть в первой строке прославлен Кришна, а во второй – преданный. With this introduction, we will leave this chapter here and we will continue, we will start it. И вот это сегодня было вступление в эту 35-ю главу, и мы продолжим завтра. Ой, Виджай!